Всем привет! В данном мастер-классе я хочу показать, как работают трансферы для вживления лазерных распечаток. Тестировать буду на плашках из фанеры, которые предварительно покрыла белой акриловой краской. Фототрансфер Poch фирмы Hobbyline, экспресс-трансфер от фирмы PentArt и трансфер-маркер от фирмы Creel. Ранее подготовила три одинаковых изображения, чтобы увидеть разницу. И далее будет представлен еще один трансфер, имидж-трансфер тоже от фирмы PentArt. Итак, начнем. Открываю трансфер-маркер, а также экспресс-трансфер от фирмы PentArt. Ранее я работала с таким же трансфером, только от фирмы Stamperia. Еще раз повторюсь, что изображения распечатаны на лазерном принтере. Если коротко описать этот материал, то это прозрачная жидкость с приятным запахом, которую необходимо наносить ватной палочкой на изображение. Есть один очень важный момент. Жидкости не должно быть на палочке очень много, поэтому я предварительно провожу палочкой по бумаге. Изображение или заранее фиксируем, например, малярной лентой, или хорошо держим руками. Крышечкой от нашей же баночки я хорошо прижимаю изображение, но можно было бы воспользоваться и рядом лежащей деревянной палочкой от трансфер-маркера. Поднимаем бумагу и видим, что у нас получилось такое бледное винтажное изображение. Наносим трансфер-маркер на изображение. Наносить очень легко и удобно. На вид это тоже жидкость прозрачного цвета, но имеющая резкий запах. Деревянной палочкой хорошо прижимаем наше изображение. Я немного перестаралась с прижиманиями, и кусочек бумаги порвался. Поднимаем бумагу и видим, что изображение отсутствует. После неудачного результата я решила попробовать еще раз, но все так же у меня ничего не вышло. Перехожу к трансферу, с которым работаю постоянно. Есть много видео на моем канале, в которых он показал отличный результат. Здесь скажу буквально пару слов о том, что необходимо с трансфером работать быстро, поскольку он сохнет достаточно быстро. Сушить можно феном, производитель в инструкции указывает об этой возможности. Если вы сушите феном, то скатывайте бумагу после полного остывания. Вот такой получился результат. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с каким из этих материалов вы уже работали. Попробовала еще вживить декупажную карту, но все так же ничего не получилось. Под рукой у меня оказалась распечатка в черно-белом варианте, и я попробовала поработать с ней. И здесь мы уже видим, что результат у нас есть. Будем вживлять цветное изображение на чистое дерево. Все вышло просто отлично, теперь ждем, когда материал высохнет. И экспресс-трансфер, и трансфер-маркер по яркости изображения выглядят приблизительно одинаково.
но с той разницей, что трансфер-маркер не работает на окрашенной акрилом деревянной поверхности. Теперь поработаем с имидж-трансфером от фирмы Pentart. Здесь мы повторим все то же самое, что и делали с фототрансфером от Hobbyline. Работаю с этим материалом первый раз, но сушила его также феном, как и фототрансфер от фирмы Hobbyline. Скатывая бумагу, помогаю влажной вискозной салфеткой. Все вышло просто отлично. Буду и дальше работать с этим материалом. Друзья, напишите в комментариях, пожалуйста, кто уже работал с имидж-трансфером от фирмы Pentart. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк, пишите комментарии, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.